С наступлением осени к пандемии по коронавирусу прибавилось возросшее число острореспираторных заболеваний. Аптеки столкнулись с наплывом пациентов и ощутили нехватку отдельных видов лекарств. По поручению главы администрации города Сергея Алексеевича Бондаренко проводится ежедневный мониторинг реализации лекарственных препаратов в аптечной сети. Каждый житель города может сам зайти на сайт администрации в разделе «Коронавирус COVID-19», найти перечень аптечной сети с адресами и телефонами и узнать о наличии лекарств. Сейчас действительно наблюдается дефицит лекарственных средств. Видно, связано из-за того, что везде по всей стране происходит такое. Ну и дистрибьюторы, а также наши поставщики не успевают, видно, делать поставки всем аптекам. Сотрудники сектора по вопросам потребительского рынка провели рейд и убедились, в аптеках города в полном объеме имеются жаропонижающие, антибактериальные, противокашлевые, витаминные препараты, которые особенно востребованы в осенне-зимний период. А если нет нужного препарата, то всегда могут предложить аналог. Если нет, то значит предлагаем что-то, заменяем чем-то. Из того же ряда, допустим. Есть аналоги, могут предлагать, но мы же не можем, мы же не доктора. Отклоняться от назначения. Да, есть назначение, они ему следуют. Доктора сейчас назначают почему-то, все одно и то же. Сейчас в соцсетях распространяются рекомендации доброжелательных медиков со списками лекарств, которые необходимо иметь в домашней аптечке. И люди кинулись по аптекам, запасаясь впрок. Антибиотики противовирусные. А люди все равно берут про запас, создавая этим ажиотаж. Здесь опять же паника, да, люди, те, которые действительно болеют, они нуждаются в этом, а есть, которые берут прок. Вы заболели, допустим, ОРВИ, а пытаетесь сразу лечиться антибиотиками и всем глушить себя, скажем так. Изначально нужно выявить, чем вы заболели, а потом уже, естественно, лечить теми средствами, которые будут помогать именно в этом случае. Что касается антибиотиков, то сбой с поставками цефтриаксона и цефазолина возник из-за маркировки препаратов. Остальные лекарства, если и заканчиваются, то быстро поставляются в продажу. И отсутствие какого-то препарата не должно сказаться на борьбе с болезнью. Я думаю, столько аптек в городе, конечно, способны обеспечить.